Привет, друзья, с вами Варчик. В этом видео я вам расскажу, почему сейчас в премагазине продается по новогоднему календарю самое конченное, что можно купить в картошке. Это премиумный аккаунт на 360 дней. Ну, во-первых, разработчики когда-то рассказывали, что «Ой, нам так не нравится, что покупаешь прем-аккаунты там на дни, резервики там на часы, все там как-то закручено, как-то вот все вот так вот, что ты должен сколько-то времени играть и даже отойти никуда не можешь туда-сюда. Надо было сделать как-то по боям там или еще что-то, но в итоге нихера не изменилось ни с резервами, ни с прем-аккаунтом». Единственное, что они добавили страховку от поражений, которая реально закручена на количестве боев. И она не привязана ни к часам, ни к дням. Также еще 360 дней прем-аккаунт со скидкой, класс, кайф. Ты будешь целый год просто наблюдать, как твой аккаунт куда-то там уходит в никуда, пока ты спишь, гуляешь, работаешь, еще что-то делаешь. Надоело играть, отдыхаешь от игры, твой аккаунт куда-то капает. Ну это просто какая-то самая бредовая покупка, реально. Честно говоря, в картошке уже нужно больше развивать какие-то продажи прем-аккаунтов на маленькие сроки, там, на полдня, на 3 часа, на один бой, там, на пару дней, потому что это максимум, сколько можно поиграть в эту срань. Также еще по поводу ЛБЗ. Сейчас вы смотрите замечательный бой на арте, на который я с одного выстрела выполнил больше половины ЛБЗ. А потом не мог выполнить это ЛБЗ вообще, просто вообще не мог, ни с одного выстрела, даже один модуль я не мог сломать. Там нужно было 7, кажется, модулей сломать или сколько-то там. Я с одного выстрела сломал 5 модулей и потом вообще не мог сломать модули полностью. Просто ЛБЗ заточены на везение. Повезло, не повезло. В чем смысл этих заданий? Они не на скилл, они на везение. Ты просто играешь количество боев, когда тебе повезло, ты выполнил. Не повезло, не выполнил. Все, в чем смысл? Это бредятина. В игре, в которой все от балды, союзники от балды, твой урон, стрельба, все от балды. Еще надо в этом дерьме выполнять задания, которые тоже от балды. Такая наркомания, это просто жесть. Ты нажимаешь в бой, и это просто рулетка начинает крутиться. И что выпадет, то и получишь. Все. Ну что за ересь? К этому еще добавляется то, что стрелять стало вообще неинтересно. Почему я сейчас не играю в картошку? Потому что стрелять неинтересно. Я полностью свожусь впритык, я не попадаю никуда. Я, не сводясь, еду через полкарты, нажимаю выстрел, наношу урон. Смысла никакого не вижу в стрельбе вообще. Полностью, ноль смысла. Раньше смысла я видел в стрельбе больше, до того, как они начали лезть в это сведение, кружочки, стрельбу, там, разлет снарядов в прицеле, они что-то там меняли, и лучше бы нихера не трогали. Все, что они трогают, превращается в дерьмо неинтересное. Стрелять вообще неинтересно. Содержание боев такое, что я не понимаю, что происходит в бою. Просто такая бредятина происходит, что играть неинтересно не только в стрельбе, но еще в происходящих событиях в бою, по тактике, по союзникам, куда они двигаются, по врагам. Вообще ничего не понятно, что за бредятина. Бои по 1,5 минуты и все, и конец. Что это за дебилизм? У танков просто не хватает хп, они с одного выстрела умирают. Что за бред? Это ты на танке сражаешься или на велосипеде? Или ты, может, вообще пешком хуяришь? Что это такое? Так сильно распиарили эти фугасы, что люди уже просто на обычных танках сразу с первого снаряда начинают фугасами стрелять. Голды вообще выше крыши. Вообще какая-то срань. Где там интересные бои, я не знаю. Мне вообще не интересно ни стрелять, ни по тактике понимать, что происходит в бою, ни содержание боя мне не интересно. ЛБЗ это просто рулетка в дебильной игре. Что это вообще происходит? Куда разработчики катят игру? Они еще в это дерьмо хотят колесную технику всунуть, серьезно? Конечно, я сейчас пойду, прям аккаунт куплю на год. Может, на 10 сразу купить? С вами был Варчик, играть красиво, пока.